Он зовет подняться выше над безумною толпой, над землей и над собой, как путь домой. Голос тот, как свежий ветер, как мечта о ярком свете, песни манит дальний путь. Душа мне дает уснуть, это путь домой. В этой песне солнце блики, Гауранга златолики. Эту песню миру дал, в ней начало всех начал, это путь домой. Вечной песней у Боге, с Гаурангой в облаках, руки жить через века, это путь домой. Новый день глаза откроет, этой песней у обоет, и умы, и города, и увидим мы тогда, это путь домой. Через волны океана чистой верою храним, я иду путем одним, это путь домой. С Гаурангой по планете, улыбаясь, словно дети, шаг за шагом, день за днем, с песней сердца мы пройдем. Мы споем Баджан Канурама Дасатхакура под названием «Доя Кора Нитай». Я прочитаю перевод. «О, Нитай, пожалей меня, я слезно прошу тебя даровать мне милость. Все святые говорят, что без твоей милости не достичь успеха. Держа в своих руках знамя, ты всему миру раскрываешь секрет своей возвышенной природы. Ты раздаешь любовь к Богу всем, и верующим, и неверующим. Ты распространяешь прему по всей вселенной, даруя живым дживам только счастье. О, Тхакур, пролей, пожалуйста, свою милость на этого страдальца». Канурама Дас говорит: «Я не обладаю ни силами, ни достоинствами. Я несу тяжелое бремя жизни в надежде, что ты, мой почитаемый Господь, однажды увидишь во мне преданность и милостиво примешь в свое окружение». Накайла и чара.
оливами. Эбара-бара сонора, кулератха хура туми. Экора море не та. Прямо на ноги. Да! Гарри Гаура прямо на ноги. Гарри!
чтоб оставить людям след свой на земле, а кто-то на проспекте две логотипы, судя по улыбке, он на земле. Он подходит людям просто в знаках. Будьте осторожны, что-то здесь не так. Берегите ваши толстые карманы, а может он убийца, а может он маньяк. Поклоняйтесь Кришне. Кришна – это жизненная сила. Кришна – это сокровище. Кришна – это сама жизнь. О, братья, с безраздельным вниманием прославляйте имена Кришны. О, если вы будете внимательно слушать мою проповедь, я на вас женюсь. Эй, карапузы, где ваши родители? Передайте им, чтобы они прославляли имена Кришны. Человек, однако, просто продолжает. Он распространяет много этих книг. Неужели кто-то им повелевает? Безусловно, это будет не стать. Господь Гауранга Махапрабху отправил меня проповедовать вместе с этим взбалмошным, неугомонным, сумасшедшим Нитьянандой, я каждый день рискую своей жизнью по его милости. Бывает, что он просто прыгает в бурлящие воды Ганги, где кишат крокодилы, хватает их за хвост и веселиться там вместе с ним. Я стою на берегу и кричу ему: «Нитьянанда, пожалуйста, выходи!» Но он меня не слушает. Он ложится на воду, словно мертвый, и течение несет его вниз по реке. Если он видит на берегу какого-нибудь мальчишку, он непременно пристанет к нему и начнет его дразнить. Приходят родители, ну, разумеется, объяснять все им приходится мне. Бывает, он просто идет по улице, видит молодую девушку, и как вы думаете, что он ей говорит? Выходи за меня замуж, что он еще говорит? Если он видит на улице быка, он непременно на него запрыгнет и закричит: «Махеша!», имитируя Господа Шиву. А если увидит корову, то обязательно ее подоит и выпьет всю ногу. Как-то раз он украл у молочника масло и сметану и убежал. Ну, меня, Харидаса, разумеется, поймали и чуть не побили. Я как-то попытался его остепенить, вспомнив об Адвайте Ачарье. Но он сказал: «Кто мне твой Адвайт? Что он может мне сделать? Ведь сам Господь Гауранга Махапрабху мой друг и защитник». О, Харидас, как я рад видеть тебя! Как я рад тебя видеть! Слушай, я так счастлив, что Господь Махапрабху отправил нас проповедовать вместе! А как я счастлив, Нитьянанда, ты себе не представляешь! Слушай, ну что ты такой хмурый? Это ж такая удача, ходить от двери к двери и просить людей повторять святые имена Кришны! Нитьянанда, это, конечно же, удача. Но вспомни, был ли хоть один день, чтобы мы с тобой не попали в какую-нибудь перепалку. Понимаешь, я уже не в том возрасте, чтобы бегать туда, сюда, туда. Хоп-хоп, Джайнама, Кришна Баларама, Джайнанда Махарадж. Я Шода мама. Джая Перера. Ритас, кто эти двое? Почему
почтенной семьи. Их родословная уходит корнями в глубокое прошлое на родине. И семья славится и по сей день. Но эти двое, как две черные овцы в своей семье, давно погрязли в самых отвратительных пороках. Все знают Джагая и Махая, не боятся стать жертвой их очередного грабежа или поджога. Все знают, что эти двое способны на все, что угодно. Харидас! Харидас! Ну уж нет, не тебя. Да! Нет! Да, 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 Харидас! Нет! Мы должны их сделать вайшнавами! Только не это, боже мой! Господь Махапрабху пришел в этот мир, чтобы освобождать самых падших! Но кто еще более падший, чем эти двое? Харидас, ну... Ну посмотри, если Господь Махапрабху спасет их, то весь мир признает в нем верховную личность Бога. А я, Нитянанда, стану его слугой лишь тогда, когда склоню его пробудить в них сознание Кришны. Они так пьяны, что позабыли обо всем на свете. Даже друг друга узнать не могут. Но если они позабудут обо всем от воспевания святых имен Кришны, тогда я посчитаю свою проповедь успешной. Харидас. Посмотри, как они смердят, хоть и родились в пожаре. Да. Не похоже, похоже, не избежать самых страшных мукхадов. Харидас, твое сострадание не знает границ. Ты с легкостью простил тех солдат, забивавших тебя насмерть. Если ты прольешь милость на них, на этих двоих, они непременно спасутся. Хорошо, Нитьянанда, хорошо. Давай расскажем им о Кришне. Ведь ради этого мы вышли, в конце концов, на улицы Нади. Давай. Братья! Только в воспевании святых имен вы найдете то блаженство, которого так жаждете. Повторяйте, Харе Кришна. Ведь ничего лучше на свете этого нет. Бог не зашел сюда, чтобы спасти вас. Поэтому оставьте свои греховные развлечения и предайтесь всемилостивому Господу. Кто? Вы кто такие? Я вам сейчас устрою! Так, а я их! Лови! Держи! Сильно повезет, если удастся убежать отсюда. Мы опять на волоске от смерти, по твоей милости. Бежим! Стой! Стой! От нас не убежим! Не стой еще! Спаси нас, Кришна, Говинда! Будь проклят тот день, когда я связался с этим сумасшедшим Нитьянанда! Туда. Убежали! Попали! Скрылись! Исчезли! Это все из-за тебя! Это все из-за тебя! Это ты виноват! Я виноват! А ты виноват! Лично я во всем виноват! Во всем виноват! Ты вообще на себя в зеркало смотрел, а? Домогунчик! Домогунчик! А ты помощи не слышишь! Не спи! Господь, сегодня был такой интересный случай. Да. На базарной площади мы видели двух пьяниц. Они были совершенно для себя. Ну, оказалось, что эти двое из уважаемой брахманской семьи. Мы решили вернуть их на путь добродетели и смиренно попросили воспевать святые имена Господа. Эта просьба почему-то разгневала их, так что нам пришлось убежать. Интересно. Слушайте. Кто же такие эти двое?
Почему я сегодня себя так веду? Красный рыбак! Алло! О, мой господь! Это Джагай и Матхай. Их отец аристократ. Рама. Но дурное общение довело этих братьев до такого состояния. Теперь они не знают ничего, кроме пьяни. Все их боятся. Мой дорогой господь, я давно хотел тебе об этом сказать, но сегодня мое терпение лопнет. Слушай, это не тянуло. В общем, мы идем. Эти двое валяются в грязной луже. Ну, возьми просто поединок. Ну, так нет. Нитьянанда пристал к ним со своей назойливой проповедью. Правильно. Рассказывал им о Кришне. Молодец. Ну, понимаешь, мы встали, погнали за нами. Мы еле убежали. Еле-еле убежали. Понимаешь, Господь, многие люди считают, и я, в принципе, с ними согласен, что этот Нитьянанда, он либо сумасшедший, Да, он сумасшедший. А он пьяный. Я. Нет. Любви к Богу. Раз уж он такой, то он замечательно поладит с этими Джагаем и Матхаем. Так что, Харидас, не беспокойся. Все будет хорошо. А теперь слушайте мою божественную волю. Просто пойдите и дайте этим двоим любовь к Богу. Вступайте. Да пребудет с вами Господь. А этот немай бандит неплохо поет. Да, этот немай бандит неплохо поет. Ну лучше, лучше бы он прославлял славу матери Дургады. Лучше бы он прославил мать Дургу. Слушай, Джагай, а почему это ты за мной все время повторяешь? А почему это я все время за тобой повторяю? Да я повторяю! Это я повторяю! Да ты повторяешь! Да ты вообще как ты вообще? А ты кто такой? Я иду в дом немая бандита. А кто такой-то? Меня зовут Авадхута. А-а-а. Это ты? Это он? Это он. Ну все. Прощайся с жизнью. Подай, не бей его. Он же святой. Ну так. Ну все. Чакра. О, чакра. Господь. Подай мне этих двух грешных. Нет. В прежние века ты убивал демонов. Но в этот раз тебе следует смиловаться над Джагаем и Матхаем. Я уничтожу их! Не надо, Господь! Если ты прольешь на них милость, они станут великими преданными. Нет! Боюсь. И тогда тебя все будут знать, как Патита Павана, спасителя падших. Я убью их! Дорогой Господь, когда Матхай замахнулся на меня, Джагай остановил его. Жага! Либо!
Носи любое благословение. Я дам тебе все, что хочешь. Чего хочешь, говори. Я знаю. Я сделаю тебя чистым преданным. Я награжу тебя любовью к Богу. Сричитанье Махапрабхути! Да! 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 Ну, мы оба были грешниками. Грешили в одно время и в одном месте. Ну, ты даровал освобождение даже великим демонам. Позволь же мне теперь спастись. Ты совершил оскорбление худшее, чем любой из демонов, потому что причинил боль моему дорогому лейтенанту. А он для меня дороже собственной жизни. Как же мне теперь спастись? Ведь ты верховный врачеватель всех болезней. Я получу освобождение только из твоих божественных рук. Ты сможешь искупить свое оскорбление лишь тогда, когда упадешь к лотосным стопам лейтенанта. Что ж, он у твоих стоп, и ты должен даровать ему свою милость. Ведь он пролил твою кровь, и только ты Что я могу сказать, что сделать, мой Господь, если на все твоя милость, если я накопил какое-то благочестие или набожность в преданном служении, пусть она идет Мадхаю. А что касается оскорблений, я не беру их в счет, но ты непременно пролей на него свою милость. Слава тебе, о сын Рахими, я повинуюсь. Тот, кто хотя бы раз произнесет имя Нитьянанды, будет для меня самым дорогим человеком в этом мире. Не так. Но раз уж ты простил его, то почему бы тебе не одарить его своими трансцендентными объятиями? Да, мой Господь. Вы не должны больше грешить. Никогда больше, о мой Господь! Слава Господу Вишвамбари, ты повелитель всех повелителей. Слава Господу Нитянанде, который всегда и во всем служит Господу Вишвамбари. Слава Господу Чайтанье, ты первый вышел на улицу, чтобы раздавать святое имя. Слава! Слава Господу Нитянанде, который исполняет все желания Господа Чайтанье. Слава Господу моего сердца, ты величайший добродетель. Слава! Слава Господу Нитянанде, все милости воплощения. О Господь, во всех предыдущих воплощениях ты спасал смертное число грешников. Эти деяния великолепны. Весь мир поет гимн. Даже убийцы миллиона брахман могут получить освобождение, только повторяя твое святое имя. О Господь, несмотря на то, что мы были враждебны к себе, даже спирит твоего любимого слугу лейтенанта, все же ты пролил у нас свою беспричинную милость и даровал нам любовь к Богу. Слава тебе, о Господь, Чайтанье. Твоя милость и великодушие без причины. Да. Да, это так. Сегодня я освободил вас от всех грехов, скопившихся за многие жизни. Если в будущем вы не сойдете с пути истины, я обещаю, что вы станете проводниками моего божественного могущества. А теперь возьмите их в мой дом. Я хочу провести с ними киртан. Сегодня я дарю их так, что позавидует даже Господь Брахма. Сегодня эти
двое станут чистыми преданными. Их имена навеки останутся в истории, как имена великих святых. Именно так исполнятся слова и воля Нитьянанды Махапрабху.